Вот, дорогие друзья, утро, вышел помыть машину. Машина у меня новая, февраль 2020 года. Без никаких ударов, без никаких дефектов. Ну, без дефектов, конечно, громко сказано. Всегда после мойки обнаруживаю в багажнике воду. Сейчас вот решил проверить. Так, включил свет. Открыл спинку за сиденье и даю воду прям со шланга в сторону багажника. И вот видите, как вода течет прям с уплотнителей. Это вот наш автопром. Такие дырявые машины делает. Если у кого еще так, отзовитесь, как решили проблему. Спасибо.